Добрый день, точнее, доброй ночи, уже час ночи в Москве. О, но не могу держаться, чтобы не рассказать одну историю. Значит, прочитал статью, как один человек пишет, что у него 8 лет назад умер отец, к сожалению, конечно. Ну так вот, суть не в этом. Суть в том, что перед смертью отца этот мужчина спросил у своего отца, о чем он жалеет, может быть, чего-то не сделал в этой жизни. Отец ему сказал, что больше всего он жалеет, что он в своей жизни не пожил для себя, что он всю жизнь отдал семье, жене, постоянно отдавал зарплату до последней копейки, а для себя так и не пожил. И буквально через час, к сожалению, он умер. Ну так вот, а этот парнишка работал в какой-то пансионат для престарелых людей, он работал. И он провел небольшой опрос, тоже, ну, очень мягко, скажем, опросил стариков, которые должны были вот уже вот-вот уйти, так сказать, на небеса. Так вот, по опросу, как я уже сказал, он очень мягко подводил к этой теме, чтобы не травмировать их морально. По опросу 80% мужчин, которые потом умерли, сказали ему практически то же самое, что его отец, что они жалеют больше всего о том, что они не пожили для себя, а жили для жены, жили для детей, для внуков, отдавали свою зарплату и сами, в принципе, жизнь-то особо-то и не видели. Так вот, я к чему завел эту тему? К тому, что, парни, подумайте над этой темой, а нужно ли вам это, и сделайте определенные выводы. Потому что, думаю, что перед смертью, когда вы станете старыми, вы будете думать о том же самом. И вспомните мои слова, что вы не жили для себя.